Спортсмены республики стали победителями чемпионата России по вольной борьбе. Сегодня с ними встретился глава Чувашии. Вольная борьба для республики – культовый вид спорта. Чувашия традиционно принимает всероссийские соревнования разного ранга. Работает немало детских секций. Именно они готовят будущих мастеров спорта. Особенно много достижений в женской вольной борьбе. Не отстают и мужчины. В предолимпийском чемпионате России по спортивной вольной борьбе, прошедшем с 10 по 15 марта в Бурятии, два спортсмена, представляющие Чувашскую республику, завоевали золотую и бронзовую медали. Сергей Козырев в весовой категории до 125 килограмм. Знаур Кациев до 97 килограмм. Ребята тренируются у Арсена Келихсаева. В их послужном списке много медалей. Мы на самом деле очень рады этому факту и со своей стороны вот за последний год постарались сделать все для того, чтобы было комфортно спортсменам в Чувашии точить, если так можно выразиться, свое мастерство. Ну и, конечно же, намерены и дальше эту работу продолжить. Чтобы у людей был интерес к спорту, нужны такие победы, которые вы демонстрируете. Напомним, для стимулирования спортсменов и их тренеров по итогам выступления на международных соревнованиях предусмотрены выплаты в размере от 8,5 тысяч рублей. Члены сборных команд Российской Федерации получают стипендии от 5,5 до 25 тысяч рублей. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика.